Всем доброго времени суток, дорогие друзья. У нас занятие по плаванию. Милечки отдыхает. Отдохнула, вернее. Едем заниматься в Москва-Сити. Увидите, услышите. Ну что, дорогие друзья, мы на месте. Зал ожидания. Здесь все есть, кофе. Ожидаем. Миледи ожидает. Приехали на тренировку. Я, дорогие друзья, вот то, что плаваю, вы знаете, да, мы работаем над спиной. Собачка растет. То есть такой возраст. Она растет, поэтому что-то вылазит, что-то чуть позже. Как только делают замечания, над этим сразу работаем, не останавливаемся. Собачка отдохнула, и у нас все по расписанию плавания. Посмотрите, пожалуйста, я отсюда могу контролировать бассейн, но я, скорее всего, туда вовнутрь зайду. Вот видите, вот тут бассейн. Вон чистенький какой. Вон там тренер занимается. Тренера тоже Анна зовут. Мне нравится на это. Эти имена Анна. Везет на Аннах. Вот там какая-то собачка занимается, не вижу отсюда. Зал ожидания, кофе, чай, все. В Москва-Сити находится. Так что вот она здесь гуляет, у нас ходит. Посмотрите, как красиво тут. Будем работать над спинкой плавания. Дорогие друзья, готовимся к выставкам. Очень серьезные выставки. У нас ежедневно расписано. Без нагрузок, чтобы вы понимали, без нагрузок. Все делается четко, под контролем, и следится за собачкой. Ой, как там хорошо собачка занимается, прям интересное такое место. Дорогие друзья, наш тренер Анна, тоже блондинка. Посмотрите, она уже сама спускается, миледи. Мы работаем, подкачиваем спину, работаем. 24 килограмма она весит, это шикарный вес, то есть не сушит. Мы можем поработать, не так часто, но можем поработать. Поэтому приехал сюда к Анне, порекомендовали. Я тут. Тут бассейн побольше. И чуть-чуть поснимаю для вас. Дорогие друзья, усиленные тренировки. Но еще раз повторюсь, все делается с профессионалами. И за всем контролируется, все контролируется. Тут. Молодец! Молодец, моя девочка! Не все буду снимать, потому что даже Вика, то, что готовится к соревнованиям, к выставкам, тренера не все разрешают снимать. Есть определенные какие-то тонкости у них, они не показывают. Спокойно дыши, да, Ань? Сейчас к выходу захочет. Вы знаете, вот так кажется, да, что ничего сложного нету. Просто собачку держишь, собачка плавает. Да нет, конечно, надо именно давать нагрузки на те места, которые нам необходимы, понимаете? А я так запускаю, она плавает, а там, знаешь, одно подкачивается, другое не подкачивается. Ну, короче, со всех сторон мне говорят, лучше к профессионалам возить. Вот именно в этом возрасте, дорогие друзья, именно вот в этом возрасте, в юниорском возрасте. А потом, конечно, да, спокойно бросил бассейн, пусть плавает. Тем более, летом их ожидает плавание в речке, что может быть лучше. В воде кушает. Ну все, пусть Анна позанимается, тогда я чуть попозже подключусь. Плавают по кругу. Головой. Я уже два раза, видите, уже, кроме меня еще тут убился здесь голова. Там окна, она подплывает к окнам, смотрит. Сорок пять минут в воде. Вот так смотрите, да, думаете, а что там сложного? Взял там, пошел ее, ага, конечно.
Можно, и чтобы вы понимали, собака плавает вхолостую, если ты не умеешь. Если не умеешь контролировать, не умеешь следить, собака плавает у вас, получается, вхолостую. Блин, столько всего узнаешь по ходу пьесы. Она первый раз видит Анну, так она ее облизывает, так она целует ее. Вот видите, ест она в воде, не стрессует, а раньше она не ела. Я вам скажу так, ну, хоть и дома плавала, и Алиса плавала, да, я... Ну, так прям нет такого рвения, там прыгнула в воду, поплыла, пошла. Вот смотри, на некоторых питбули воду видят, начинают пищать, визжать. Это как всегда, знаете, когда все есть, ничего не хочется. Давай, 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 милите! Давай, 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 возьми, иди, возьми! Возьми, возьми! Вот, готовится к Олимпийским играм, считайте, дорогие друзья. Молодец! Молодец! Давай, давай, давай! И все. Давай, 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 Миледи, бери! Быстрее, 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 быстрее! Видите, у сук чуть по-другому. У графа не разрешали долгое время плавать в этом юниорском воздухе. А мне нормально как бы разрешили сейчас. Но не часто, неделю один раз сказали. Ей это вполне хватает. Давай, 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 да. Ну, там она с людьми общается, видите? Вон там люди, видите, где? Вон. Ай, Наталья. Вон там человек стоит, она подплывает и смотрит. Ну как себя ведет, Ань? Для пита очень хорошо. Для пита очень хорошо, да? То есть с ума не сходит она, получается. Да. Характер нормальный у нее, да, для пита? Да. Очень адекватно. Давай, 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 миледи. Давай, давай, работай, не лентяйничай. Ну, когда же ты от меня отстанешь, а? Работай, работай, потом спасибо скажешь. Не любит она воду, я могу сказать так, не любительница воды, но надо, это надо, знаете, видите, она к выходу. Я просто не знаю, вот в момент, видите, Анна как делает, когда там надо, подходит туда к бортику, подкармливает, все, ну не любит. Граф с ума сходит по прыжкам, Фомочка любит, она у меня не любит. Не водяная она у меня, не русалочка она. И дома как бы заставлял плавать.
А сейчас боюсь, знаете, что-нибудь не так сделаю в воде. И потом... Сейчас у меня и спина закачивается, и мышцы. О. Видите, все игрушки проплыла мимо и идет к бортику. Молодец, иди ко мне, иди сюда. Вы знаете, когда я хожу к одному тренеру, да, например, мне все нравится, как бы, да, хожу, но когда я вижу результат, вот смотрите, и с тренером занимался, все, видите, она в бассейн не заходит. И то же самое послушание, и все. Я внимательно, вы не думайте, что я ничего не смотрю, ничего не вижу. Нет, конечно, дорогие мои, поверьте мне, я все смотрю. Я резко могу изменить какие-то планы, резко найти другого специалиста, без объяснения причин. Я же плачу за каждое занятие, правильно? Я же не плачу там за месяц вперед. Поэтому я без объяснения причин могу приехать к любому другому тренеру, которому я захочу. Я смотрю на результаты. Вот элементарно, смотрите, сколько она занимается. Да, она не заходит сама в воду. Поэтому я нахожусь в другом месте. Не стесняйтесь, дорогие мои, ничего постыдного нету. Вы за это платите деньги, и вы обязаны требовать. И вы обязаны требовать. Ну вот смотрите, она уже заходит сама, вот все, пошла в воду, видите? Ну вот разницу. То, что она вот здесь спускается, это уже хорошо. А дальше уже специалист работает. Почему я должен платить деньги, стесняться или смущаться? Тьфу, никогда в жизни. Ваши деньги... Кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому я нахожусь здесь и... Я могу попробовать очень много специалистов. Вам же нравится по итогу моей команды, да, все специалисты моей команды. Но, если вы все вспомните, они не сразу у меня появились. Были разные люди. Я присмотрел, я ничего против не имею. Ну, может быть, они профессионалы своего дела, но лично мне, по результатам моих собак, что-то может не понравиться. И я вполне... имею полное право принять решение то, которыми без отчитывания, без объяснения причин. А как по-другому? Когда, знаете, долго, когда мы тому же специалисту ходишь, и все просто платишь, и просто ходишь, и платишь, и платишь, ничего не меняется, никаких прорывов нет. Ты не продвигаешься вперед. Ты тупо просто ставишь для галочки. А у меня чуть по-другому. У меня по-другому. Я слежу. Поэтому... ладно, там Вику понятно, да, Вика, Аня понятно, дорогие люди, там Светлана, Михаил понятно, они уже себя проявили, показали, то есть я могу к ним специально отправлять, я могу к ним не ездить, я могу специально отправлять просто водителя, который их будет к ним вести, и спокойно я знаю, что люди свою работу отработают. Хотя не хочу называть имена, тоже были моменты, когда человек типа занимался, ну случайно я кое-откуда вылез, человек не ожидал, человек просто сидел, отдыхал. В этот момент якобы давал отдых, но... У меня наблюдали и сказали, что долго, часто сидит человек, а не работает. Поэтому тоже были предприняты меры. Доверяй, но проверяй. Не просто так же пословицы говорят. Я же не приезжаю сюда просто так, чтобы галочку поставить. Мне нужен результат. Но если, блин, головой, знаете, сколько раз уже ударился об эту штуку? А если я просто приезжаю, у меня нет никакого результата, все. Ну, а самое классное, дорогие друзья, чтобы вы сами приезжали, вот так стояли над головой и за всем следили. Я поставил задачу. Какая задача? Аня знает. Аня выполняет эту задачу, работает. Да, она пока первый раз, много не говорит, но а я слежу с вами вместе за ее работой. Не забывайте, впереди очень много выставок, таких громких выставок, больших выставок, поэтому каждый день у нас прописание. Но выходные она отдыхает. Выходные она отдыхает, потому что нельзя так уж. Отдыхает, бегает, играется.
лапками хорошо, да, гребет Аня вот это, правильно гребет. Да, вот это мы поправили лапками, потому что, если вы помните, изначально лапы у него как-то в сторону были. Я могу вот так, чтобы вы понимали, все занятие, ну, без камеры, конечно. Камера чуть-чуть отвлекает меня, но без камер мне нравится больше. Потому что ты полностью сконцентрирован на своей собачке. Из игрушек, вы знаете, ей нравится меховой, а эти, ну, ей не очень. Анна спрашивает, какая игрушка нравится. Я говорю, меховая. Кролик ей нравится. Отлично. Отлично. Отличный результат. Вот за столько занятий, сколько мы с ней занимались, такого не было, чтобы она спустилась сама в воду. Взяла мяч и вышла. Молодец! Вот видите, дорогие друзья, не мог понять, столько занятий, столько делаем, собака в воду не заходит, категорически не заходит. Смотрите, все, вот она в воде. Ну, фу, отлично, отлично. И это первое занятие, что вы имели в виду. Видите, Аня кормит в воде. Что мне еще нравится, что она не стрессует, а ест. Возьми, не лети, возьми. Меня соберет, игрушку не берет. Видите, не хочет, упирается. Вот не хочет и все. Работаем, работаем. Работаем. Видите, друзья, не имею такую привычку, я могу поинтересоваться, там залезть, как вот, да, может быть, я вот смотрю сверху, да, что-то не так, например, я не имею в виду Анну вообще, ну, нет такой привычки прямо во время тренировки влезать, специалисту там объяснять, что и как надо сделать, а после тренировки я это все запоминаю, потом задаю вопросы, и человек после тренировки мне разъясняет, объясняет. Если специалист мне не разъясняет, не объясняет, мне с этим специалистом заниматься дальше незачем. Потому что, как вы тоже многие правильно говорите, что тут не только обучение собаке, также и хозяина. А у нас есть такая пословица, да, век живи, век учись. Постыдного ничего в этом нету. Работа, работа, работа.
Давно она не плавала. Может, еще чуть позабыла. Дорогие друзья, поснимал, разрешите без камеры, я уже сам пообщаюсь, посмотрю, что тренер сейчас мне скажет, над чем работать дома, что делать. А так я вам показал занятие, тренировку, где мы, чтобы вы видели, что мы не сидим на диване, а полным ходом готовимся к выставкам. То, где нам эксперты что сказали, работаем над этим, тренируемся. Сейчас, секундочку. Видите, не хочет. Блин, вот столько занятий было, и вот никто не смог научить, чтобы она заходила в воду. Вот это мне не нравится, понимаете? Не нравится. А плавать, да, в воде, понятно, плавать. Самое интересное, вход-выход. То есть вот так вот все. Готовимся, тренируемся, не сидим. 3 ноября, Санкт-Петербург, АБКС, 2, по-моему, иностранных эксперта. 10 ноября, Монопородка, Москва. И 22-23 декабря международная выставка СКОР в Крокус-Холл. Вот к этим всем выставкам мы готовимся. Я думаю, что по роликам понимаете, что не сидим. Если я там не буду выкладывать вам ролик, только не начинайте там. А вы не тренируетесь, вы не занимаетесь. И еще, дорогие мои, касаемо всех моих питомцев, да. Поверьте мне, вы больше меня их не любите. И никто не любит больше меня, моих питомцев. Я же вам объясняю, сейчас у меня акцент идет на Миледи. У нее выставки всеми, со всеми хорошо. Бегают, балдеют, кушают, пьют, какают, писают, как все нормально. Понимаете, есть, у меня просто не, некогда. Вы забывайте, что я не блогер, да? Что у меня есть семья, у меня есть работа, у меня 2 параллельные стройки. Я же не блогер, ходить целый день телефоном, снимать вам каждую собаку по отдельности, все. Она со мной просто из-за тренировок. Я сам хочу посещать, да, там, чтобы, да, их его возят. Но мне нужно самому быть на тренировках и смотреть. Если я вам что-то не показываю, это же не значит, что это то же самое, что Миледи не занимается, Миледи не то, Миледи не это. Во-первых. Во-вторых, это что вам, сериал, что ли? Или вы задонатили, я вам должен показывать все, что вы хотите. Имейте чуть совесть. Как, покажите нам это, что вы только с Миледи. Вас забыл спросить, с кем, с какой собакой мне заниматься и что делать. Вот это не странные люди, знаете. И раз, извините, что у вас не спрашивал разрешения, с какой собакой, когда и во сколько мне заниматься, и что вам показать. Вы не индийский сериал смотрите, не какой-то турецкий сериал смотрите, чтобы все серии подряд шли. У меня стоит цель, у меня стоит девочка, я ее занимаюсь, подготавливаю ее к выставкам, одновременно делаю свои дела. Кому что не нравится, закрыли дверь, прикрыли дверь, ушли. Мне ваши просмотры, дорогие мои, от них ни жарко, ни холодно, поймите правильно. Я просто делюсь своим альбомом. А там ставить не условия, да еще такое ощущение, как будто вы мне заплатили, а я вам не выставил, не показал. Так что будьте, держите субординацию, пожалуйста, не путайте меня с различными другими людьми. Я вам не блогер. Я вас крепко обнял, расцеловал. До новых встреч, мы готовимся и продолжаем. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки.